Вам понадобился новый телефон. Где же его купить? Один из вариантов – в магазине. Но на это уйдет много времени. И вдруг вам в голову приходит идея. Заказать телефон в интернете. Что же вы делаете дальше? Вы, наверное, садитесь за свой компьютер и начинаете искать свой девайс. На какой сайт вы обратитесь? Да, скорее всего, AliExpress. Это отличный выбор. После того, как вы проплатите ваш девайс, начинает формироваться ваша покупка. Итак, вы выбрали нужные данные, нужные материалы и заказываете. Из одной части России, которая очень-очень большая, заказ поступает в другую большую страну под названием Китай. Здесь формируется ваша посылка. Продавец тщательно упаковывает. И далее авиарейсом вы получаете свою посылку. Хотя нет, не авиарейсом, она приходит на нашу дорогую почту России. Да, почта России — это веселая почта, очень быстрая почта. И вы стоите у себя дома и такой недовольный, почему так? Почта ускоряется. Мы довольны. Получаем свою посылочку. И далее мы идем на распаковку. Нам интересно узнать, что же находится здесь, в этой посылочке. Итак, долгожданный момент уже очень рядом, и он наступает. Мы распаковываем и получаем сей девайс. Отлично. Далее на этом канале мы найдем обзоры различных девайсов, различных гаджетов. А также будет обучение на этом канале, как пользоваться различными сайтами, а также различными услугами. Итак, все это на канале Escriber.